Отрезаем нашу нить. Распускаем петли. Продеваем этот кончик в каждую петлю по кругу. И все хорошенько затягиваем. Прячем кончик внутрь варежки. Варежка готова, осталось сделать пальчик. Для этого мы по кругу снизу вдеваем 6 петель. И дальше точно так же по кругу уже в эти петельки мы вставляем новые, пока не закончится палец. По аналогии с варежкой мы закрываем все петельки концом и затягиваем. Потом прячем кончик внутрь. В итоге у нас получаются вот такие прикольные две варежки. Мне кажется, что в них будет очень тепло, но самое крутое, что они сделаны своими ручками. Класс. Пишите, получилось ли у вас связать. Надеюсь, что этот туториал чуть-чуть был полезный, потому что я не особо хороший объясняльщик.